Всем привет, всем здравствуйте, с вами Джейсон Говорун. Вот, всем привет, всем здравствуйте, с вами опять я, пойдемте играть. Сори, извините. Ну чё? Что по заданиям доступным? На Астерские острова надо. А когда? Ну завтра, наверное. Опять, да? Опять брат играл, опять у меня вот это все. Чё я могу сказать? Я сегодня отработал, заработал, поработал, в общем. Сатана, моя любимая. Рейтинговые включили? Блин, соло рейтинговые было просто замечательно. Почему они избавились от меня? Так, нам надо еще 4. Такое, да? Ладно. Это что такое? Ежедневки? Братислетки. Дать цветок бомбы киркой. Давайте. Ударим ее. Если успею, то успею. Если не успею, то не успею. Кого возьмем?
Почему меняются иногда эти? Пеппер взять. Пеппер. Изменить скин. Ну не, ну прям такой. Не, надеюсь, я не в этом стиле полечу сейчас. Надеюсь на то, что нет. Так. Я иду в топы наверх, топы туда, как будто Гулливер. Иду вперед, и зачем-то есть у меня свой какой-то там шест. Как будто из Маугли я обезьян. Иду туда, как будто тебе доверял. Я не знаю, что такое по годам. Мы с тобой растеряли себя. Это просто фристайл такой. Я не знаю, где мой покой. Почему это все бой? Это почему-то как боль у меня в виске. Как будто бы такой прям немножко прогулочная катка, извините, ну типа простите, всегда первая каточка такая. Я могу, конечно, прогружать ее без стрима, но как же вот эти полигоны и пиксели, как же без них. Просто деревья, один полигон, да, чисто крона. Я даже не знаю, куда приземлиться. Задание выполнено. Ну, первая такая, ребят, первая такая. Даже, возможно, сейчас умру, как лох. Вижу цветок, который дарует нам ПП и это самое. О, да, 20 км. Почему я сюда иду? Потому что движение. Жизнь — это движение, правильно? Мы идем, мы вечно куда-то стремимся. А вот я сейчас задумался, а может нужно остановиться? А может просто нужно остановиться? Хотя, если мы остановимся, то мы не будем прогрессировать. Если мы не будем прогрессировать, значит мы будем деградировать и регрессировать. То есть мы будем откатываться назад, правильно? Себя взорвать. О, неплохо. Недурственно. Да, пока так. Вообще видите, наверное. О, а там ивент с этими курочками, прикольно. Сейчас две фиолетовые шмотки нам придут. Или одна.
Это дробовик. Это дробовик. Это всегда дробовик. Не знаю. Бодались со мной, пободались, вот и хватит бодаться. Можно цветков заесться, а можно, можно запиться. Да, запьемся, цветки там далеко. Нам тем более надо будет проверять то здание, правильно? Вон то. Там взять тогда, у нас он свободный руки на один слотик. Ну, не понимаю, пацан, что было. Снайперку может взять, снайперку. Опа-на! Это заговор. Заговор, ребята. Всем привет, всем здравствуйте! С вами Джейсон Говорун, и я раскрываю тайны на данном канале. Смотрите, смотрите, осталось 50 прочности из 400. Значит, все-таки моя теория работает. Есть какой-то заговор, и кто-то для чего-то хочет уничтожать вот эту стену. В данный момент тут не хватает стены напротив. А, видимо, небольшие алгоритмы. Видимо, немного не сошлись, да? И получилось так, как получилось. Они эту не доломали стену, а эту у нас сломана. Ну что ж, подписывайтесь на канал. С вами будет Джейсон Говорун. Репортажи, вернее, цикл передач о тайне этой стены будут размещаться на канале Джейсон Говорун на Ютубе. Также на Твиче вы можете наблюдать клипы и записи трансляций. Все, всем всего хорошего, до свидания. Так, клип один готов. Клип один готов.
там смотался. Дурашка. А вот он мне. Вот он же дурашка. Ой, дурашка. Какая ты дурашка. Пока то, что в руке есть, систему пойдем. Снегопадом там упала звезда. И наступила кабзда. Так. Да почему лагает? Вы видели все? Просто лагнуло в этот момент. Для него сделали лаг. Для него сделали логистику. Логенштейн. Залагали меня для того, чтобы он выиграл. Просто залагали меня для того, чтобы он выиграл. Представляете? Вот такие пироги. Меня залагали, чтобы он жил. А где прошла ты, там упала звезда, там светила она. Свитшот Фила. Окей. Чё там? Ты в игре, коллаборация Капа и Virtus Pro переведу к нашему. Так, подождите секундочку.
да. Которое излюбленное место Матвея, да? Где типчик? Типчик. Ага, тут ходит. Возьму типчика. У меня 5000 есть. Голубей. Братуха. Не подвидится. Я, конечно, могу у него покупать этот. Но я не хочу на это тратить деньги. Неплохой наборчик. Неплохо, неплохо. Открыто, я мог видеть. Ладно, пока болтаемся, короче. Ну, стреляй. Ёптерный театр. Выжили на 11 хп. Осуждаю, если вы слышали на заднем фоне херню какую-то. Thank you.
Ну, блядь, просто нахуй. Пил себе, никого не трогал, дебил какого-то. Пришел, убил меня. Просто, блядь, нахуя он в эту сторону вообще посмотрел? А этот дебил, наверное, и прилетел на парашюте, да? Он просто подпрыгнул на джампе, посмотрел в округе и меня увидел. Ушлепок. Что-то вообще, не знаю, умираю просто как нубло последнее. В самом начале. Какие-то лохи меня убивают, вообще просто поносные. Играть не умеющие, просто не знаю, из-за чего, как они меня убивают. Каким-то тоже меня убивают. Давайте мы его найдем. Таким сетапчиком, мне кажется, он один вообще единственный. Мы его найдем сегодня и покараем. Какая-то шляпа. Вот это не его оружие, это вроде оружие этой Киары Бум. У меня там вроде есть. Мы его найдем в игре. Нарастили сижу такой прям. Как нам расти жестким. Расти лобода. Успеть. Да, кто проверим.
Фига мне багнуло. Ну это багнуло, а то не багнуло. Как флаг поднимем? Этот тип там у нас пукает. Турельку там разместил, да, дурно шлепает. Так, что-то Оля там присылает. Вот сейчас только руку от мышки уберу, меня просто простили. Дай дробовик, пожалуйста, взять. Посыла. Посыла. Сладит кипчик, да? Сладит. Да? Вообще абсолютно. Идет в нашу сторону, двигается, как говорится. Еще раз подсвети меня.
Гранатомет. Хорошая тема, но... Не супер, скажем. Хорошая, но... Так, на ВП-х уже не лезет. Не лезет. Видите, побыл. Такая же синяя пука, как у меня. Вот тут лазаю сколько уже, да, и все равно до сих пор еще не все заутано. Что за грустный вид такой, он хочет, чтоб ты подумал над ним. Нависает просто, что за дым. Туман, где это все с ним. Как с ними, как с ними на бумаге один. Развечат он не вредим. Ты хочешь как не вредим. А я опять сюда вернулся. Ну я прям... Пока все не долутаю, не уйду, это просто achievement unlocked. Все. Ачивка завершена для меня лично. Я всю эту локацию зачистил. И у меня, смотри, сколько патронов. Ну и плюс я убил 4 человек на этой зоне, не давая им тут ничего делать. Это мое, как говорится. И мною будет только и все. О, можем сейчас дробовиксик купить. Повторный запуск, это хорошо. Пацаны, да.
Надеюсь, мне это не пригодится. Рыбак по вексту. Так. Пойдем к ключику. Купим еще и дрободан себе легендарный. Вернее, откроем. Острый клык. Хотя если потерпеть и найти второй, то можно ППшку взять. Там острый клык. Клык. Рядом никого нету. По радиусу, который он бьет, никого нет. Забыл я проверить то место. Этим тоже палит. Непонятно ничего, как говорится, и ничего не понятно. Немножко могу немножко молчаливым быть, потому что немножко на расчете. Тоже поехал. Рядом подошли, а он поехал куда-то. Помхир. Иди ко мне. Какой-то стреляет, что ли? Успею
убил. Так, пойдемте в зону. Кого-то пугает. Кого-то видит, значит. Ясно. Что-то занять. А ну. Опять хп могут решить вообще судьбу какую-то мою, поэтому ГГшку я занял, она была в ноль. Этот внизу подо мной. Нет. Того показывать, типа, а этого не показывает почему-то. А, в грязи, наверное. В грязи, наверное, сидел крысёныш. Блять, ну просто в траве не увидел. Как он меня просто... Как он меня видит, а я его нет. Просто как он меня видит, а я его нет. Топ-3. Ну в топ мы вошли. В топ-3 мы вошли. Топ-3 это хорошо. Но... У меня были все шансы убивать этих дураков. Я просто... Вот этот тип, который был подо мной... Он не палился из-за того, что в грязи был. То есть, я знал, что он где-то рядом, но именно где он... И когда я начал стреляться с дальником, этот подкрался ко мне. Вот все. Вот весь прикол. Весь приколидес. Давай поплачь. Слезы утаить не получится. Нет дождя. Сухо как в пустыне. Гоби, а может быть еще там что-то. В общем, если хочешь плакать, плачь. Все равно своих чувств не скроешь. Ты проиграл в топ-3, так и не став нашим героем. Просто лох, ты просто нубик. Что ты мог, то и сделал. В траве высокой не увидал фигуры. И не попал по нему. Дробовик тебя тоже подвел. Твой скилл дели на ноль. И вообще ничего не будет. Потому что ты маленькая паскуда. Или маленький паскудник. Приземлитесь на воду, покинув автобус. Давайте это сделаем.
потом с этими заданиями все. Это вроде последнее из трех заданий. Потому что можешь быть лучшим, все равно ты не плачь, ведь ты можешь стать получше. Всегда есть для роста тропа, только не падай, не сворачивай с пути. Ой-ой-ой, все, у меня фристайл в башке начался, все. Ребята, это у меня фристайл. Это такой кринж фристайл называю я. К сожалению, я только на таком флексе, чем могу двигаться. Больше уже не получается. Вернее, не больше, а быстрее фристайлить я не умею. Со старта с фиолетовой пушкой. Вы чё гоните?
сейчас. Бля, тварь какая ебаная сука мразь, бля, тварь ебаная. Просто конченая, блядь, тварь пришла, появилась откуда, блядь, с жопой нахуй. Сука, дебилка, у тебя даже мразь какая. У тебя даже не подходит по стилю вот эта, сука, мразь, блядь. У тебя даже не подходит по стилю вот это и вот это, понимаешь? Пуля, пам-пам. Скин сменить. Скин бургер. Так, мне куда-то приземлиться, подземлиться, заземлиться надо. Давайте попробуем заземлиться там. Там хотя выхода только три, да, но вот такие выходы. Довольно-таки открытые. Открытое пространство. Что это фиолетовое такое? Что такое? Чемодан. 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 Не-не-не-не. Нахер ты меня палец дул? У нас есть чемодан, у нас есть граната, лишающая брони. Я раскидал просто рандомно. Человек, наверное, уже убежал оттуда 10 раз.
Ну, так отсюда сбегать. Чё бросаем отсюда? Чемодан, наверное. Такой автомат и нормальный пистолет послужит. А, ну вот и нормальный автомат. Может, чемодан взять? Физическое оружие надо, экзотическое тоже. Что-то буря где? Я в буре пока. Ой, в буре. В зоне. Там, конечно, не зона, но я хочу вот эту башенку утонуть. Потом мост утонуть, и там еще одна башенка. Как надо. Уезжай быстрее. Так, а поедемте к моему домишке. Нет, он же маленький, вот этот вроде. Пойдем проверим. Неужели? Стена цела. Офигеть. Офигеть, ребята. Целая стена. И даже ноль раз ударяли ее. Та-та.
Патроны я в любом случае залутать могу. Так, там типочки не появились? О, там далеко появились. Я вообще удивлен, что в этом домике никто не сломал стену. Валютикс. И ППшка синяя, но ППшка мне такая не надо. ППшка такая не надо. Что там за ключик есть? Что там продается? О, моя буколка фиолетовая. Придется расстаться с вами, мои хорошие. Мистер Турелька. Мистер Турелька 2. Берем бигу тогда. Семнадцать осталось живых. Ну, 16, да, не считая меня. А одного всего прикончил. Больше одного. У меня бесконечный бег теперь есть. Это мифический, кстати. ППшка. Пулемет, пистолет, да? Пистолет, пулемет, вернее. Их попробовать загасить. Ну, первое жертва. Засчитало. Он сам себя добил, короче, эту фигню, и мне не засчитал. Если что, жамп есть на всякий.
Человек. Я нас скачем, двигаемся, чтобы противник не попал. А кстати, я могу каким сетапом и остаться, дробовик ставить тут, хотя наоборот можно будет этот ближнее оружие скорее всего. Четыре человека, даже не слышу, где они воюют. Ладно, 4 человека. Надеюсь, на одно оружие дальнего боя достаточно. Да. Бесконечно нужно флексить, короче. Цикл здесь там есть. Да, стоит. Немножко левее, короче, беру. Не открыто. Не
очень-то айс вообще тут находиться мне. Страшно заходить в кусты, в которых кто-то уже сидит. Четыре человека, никто не палится. Я от одного видел, где-то он сюда на этом прилетел, на джампе. На этом. На парашюте. Конечно, уже давно ушел, наверное, оттуда. Но остальные не палец. О, началось. Началось. Немножко в кустах посадим. Либо рядом. Да, скорее всего, надо мной. Это вот тут, да, на этом дереве какой-то. Полетел. Так, одна тварь летит. Другой пушки убить, короче, но мне надо именно с этой мифической.
Где это говно? Почему так долго живет? Да, сука, бля. Угандошила моя турелька его. Тактика, дедукция, логика. Все присутствовало в этой каточке. Ща, бля. Четыре устранения. Помощь устранения туда-сюда. Меткость не смотрим на это. Ну, в общем, все нормально. Я тебе скажу, бездель, это игрушка дьявола. Без изделия эта игрушка делала, я понял. Спасибо. Я уяснил. А мне вообще пишется что-то сюда? Ага, все, вижу. Чат настроен, чат работает. Чат зафиксирован. То в прошлый раз у меня не работал. Ни хрена. Напомнить позже. Получить звезды. Молодец, молодец. Че, приглашаем? Пригласить группу. О, нифига, какой скин есть. Я в этот сезон не играл. Я что-то забил тогда на Fortnite. Пим-пи-пи-пим-пи-пим. Все ты можешь там настроить. Нифига, у меня 20 звезд. Нихрена я монстр. Нихрена я монстр. Это всегда голда. Вернее, вебаксики. Рейс осталось. 3-3 можем открыть. Давай так и сделаем. Прям эту тему. Эпический уровень 5. Попадите в число 10 оставшихся игроков, совершив 3 устранения. Тимурик, меня слышно? Да, теперь слышно. Все, кайфы. Я что-то понял, пытался режим рации настроить, но что-то не то, не работает. У тебя просто, может, кнопка не забинжена? Нет, я забинзил именно, вот, и не хотела включаться. Так, у тебя японская тематика, может, мне тоже на японскую тематику взять такое? Ну, вернее, азиатская. Да без разницы, что? Мне вот еще скин нравится, сейчас покажу, вот такой вот скин мне нравится. Какой тебе нравится? О, давай в белом стиле пошли. И у меня белый такой скинчик. Прям самое то, чтобы умереть. А, слушай, у меня тоже кое-что белое прикольное вроде где-то было. Сейчас, секундочку. Знал бы, что у меня белое есть. Просто описывался в отчасти. Вот что у меня есть еще белое. Ковбоец какой-то, да, у тебя? Ну, это какой-то БПшка старая. Тут же есть Человека-паука же. Че, как на работе у тебя сегодня? Нормально. Человек 50 у нас первое этот. Сегодня техническое открытие было. 50 человек. Я на холодке стоял. И че, как? Нормально. Довольно-таки все. Там ТКшки вообще изичные. Там все пошагово написано. Ты, то есть, открываешь ТКшку, и тебе написано, например, первое у тебя идет айсберг. На тарелку ты выкладываешь первый айсберг. И у тебя первой строчкой пишется айсберг 40 грамм. Второй строчкой у тебя там, например,
авокадо 20 грамм. И вот пошагово все там, например, 10 ингредиентов, и все пошагово, как выкладываются, написано. Вплоть до соусов. Некоторые моменты... Я вот сегодня... Что сегодня? Да, говори. Я быдло, я тебя перебил. Не, ну ты тоже не виноват. Ты же не знал, что я это недорассказал. Так вот, и некоторые моменты, там, некоторые соуса в двух салатах кладутся, не просто наливаются там или поливаются, а кладутся там в три места. То есть в три точки, грубо говоря, делаются. Вот. И, ну, типа, вот этот момент чисто показал шеф. Шеф, который с Казани приехал. Вот. А куда прыгать? Я покажу куда. Чё-то у меня, видимо, клавиша разбинжена. Я сюда карту открыть не могу. Просто скажи, куда прыгнуть. Ну, я показал красный. Ты выходил уже из этого на пробел. Карта на М-ку. Ну, я пытаюсь. У меня что-то, видимо, перебинжено что-то. Ну вот, короче, на холодке отстоял. Человек 50, но вроде. Ну, я там еще помогал, немножко собирал тарелки для этого. Для горячки там. И там я выл в свободное время, я помогал. Там для шашлыка собирается айсберг, черри томат. Ну, короче, все такое. Доступные продукты, доступно все как это. Два челика падают, или это один? Это один в здании, который я приземлился. Забудь аккуратен. А, он только приземлился. Блять, у меня понял, видимо, братишка играл, что-то перебиндил нахуй. Я теперь никак у людей. Он где-то на втором-третьем этаже, я вот еще лесенку как к нему поднялся. Он меня уже убивает. Ты все? Ну, почти. Он бежит тебя убивать. А, их тут двое. Ну все, наигрались, получается. Хотя бы по умолчанию сейчас. Приготовиться, или ты... А, давай выйдем. Я сейчас... Да нет, я его сбросил. Сейчас до обычных. Ну я, короче, вернуться в лобби надо уже. Так. Ведьмак. Какой-то Бабы Ягой в таком стиле прикольном нарисованном. Картинку, что ли? А, видно? Так вот, насчет Морриса. Сегодня же тоже был, короче. Там да. Тема такая, то что в разжигателях три повара же не хватает, если там человек 20, да? Типа. Алло? Тимур? А, да. Вот я, видимо, грузился, меня слышно не было. Все. В Моррисе я, короче, сегодня был. В разжигателях же повара 3 не хватает из 20. Типа где-то, нет, да? уже больше. Ну сколько? Пицциола? Один горячка? Пиццо... Не, почему пиццола еще пока есть же? А, ну да, ну, в будущем. Ну, пиццола, горячка. Санек ушел еще. То есть два горячка? Да. Ну и этот. Заготовки. Ну 4, допустим, да, из 20. А в Моррисе тоже троих не хватает. Только из 6 поваров, блядь. Ну тут там, типа, там тоже копейки. Типа. Всего будет тоже 6, что ли, поваров. Ой, поваров. Ну, типа, кухня овер маленькая, но, наверное, как наши заготовки. Я тебе послезавтра видос покажу, короче, я немножко снял. Тут на слайсере сегодня сделал какую-то тему. И этот. Что-то отвлекся на какую-то записку на стене и по пальцу пизданул. Ну как так-то, блин? Ну вот так вот. Надо же проебаться где-то. Прикол-то во взрослой жизни, каков прикол? Если ты проебался, ты не заработал денег, понимаешь? Надо вертеться. Во взрослом, ну, типа, мире мы вертимся, крутимся,
чтобы заработать денег, чтобы у нас были деньги для содержания себя и своих близких. Это типа в школе, в студенчестве можно где-то проебаться, там это, где-то что. А вот когда ты уже на работу приходишь, ну... Если нет, ты хочешь проебался в плане не отдохнул или типа проебался от работы, а проебался в плане конкретно косякнул. Ладно, сорян, не так тебя понял. Так, а слушай, а как это колесо эмоций? Какую кнопочку? На Б. А, блять, ну да, у меня же все не сохранилось нахуй ничего. Нет, ты же скинул. Я не сохранил, видимо, сбросить. А, ну там принять. Так, сбросить. Применить. Да, что за хуйня? Привет, Биг Банана. Летимс. Можем сюда долететь. Я не знаю, я в настройках лазю, у меня что-то какая-то тема непонятная. Давай попробуем еще. Знаешь технологию полета? Без потери. Ну да, летишь вниз. Нет. Пробил ты, Просто, скорее всего, не долетишь до туда. Где-то сокращаешь до 1000 метров, потом уже опускаешься. Слушай, а что вот за щит с такой молнией справа от худа хп? А мы сейчас в данный момент с тобой играем в режим без строительства. И в режим без строительства доступен щит еще на 50. То есть в строительстве ты можешь как бы застроиться и не получить урона, да, лишнего. Тут у тебя такой возможности нету, поэтому тебе дали возможность, ну, типа 50% от этого щита. И вот ты сам не можешь никак... Как это сказать? Вот туда дуо приземляется. Давай вот прям... И вот еще третий сюда. Я... Давай вот сюда сядем. Я, короче, сюда не могу сесть. Я могу только сюда сесть вниз, на берег. Я не долетел тупо, короче. Вот, и... Чего я вот... Блять. О, неплохой дропикс я нашел. Залутал с этого. А у меня понял, короче, лут на 5-ю кнопку мыши, блять. Как ему так, как у нас еще так типа лутается, это же бред какой-то. Ты знаешь, у тебя брат просто не знаю, все это. Там киберкотлета какая-то, он там строится, застраивается, вот это. Ну, вот. У меня брат тоже, но он настроил на Z, это X, что-то такое. Слушай, тебе вот белая винтовка нужна? Вот, блять, как себе. Как ее линкануть-то? Не-не-не. Которая с прицельщиком таким. У меня на среднюю кнопку мыши ставит метки. Идем сюда. Да-да-да, я. Тут. Вот прям сюда. Вот стой. Вот так. И вот эти две штуки. Их тоже броню. Вот так можно. Вон там файт уже. Да, nice. Файт. Давай вот эти долутаем вот этот дом и пойдем дохаваем у команды, которая осталась. Опа, что-то улучшение. Это чисто на. Это вот да, тоже нововведение, перки. Знаешь, такого не было. Перки, которые там типа могут. О, вот это хороший перк. Защитный гриб какой-то. Блять. Так, а такая защита гриба не дает, да. Так, куда я не видел перк? А может, не помню, что видел. Так, ну походу одна команда убила другую команду. И остались мы против них. Но они сейчас, по сути, нам этот фоцаны, наверное, надо забирать. Мы не пошли же их кушать, они уже могли залечиться спокойно, столько времени было. Нет, мы можем пока пойти потихоньку, в принципе, сейчас вон через ХГ подвинемся, сюда вот, а. Так они там и на ХГ есть. Нет, они вот там вот, они на ССВ, может быть.
Вот тут еще одна бочка такая же. Возьми этот. Разбей их. У меня тоже сотка. У тебя же не сотка. 90. Одна дает 10. Одна бомба. О, я вижу их. Они вот. Все, сотка. В этом бегу. Здании. Я пока их, ну, типа, увидел мельком, пробежал. Ага, вот еще пробежал. Вон стоит в окне. Бегает. Да-да-да. В среднем. Нет, зря ты. Мы же их не можем убить через это окно сразу. В смысле? Типа он? То, что... Ну нет, в том плане, что он же не будет в этом окне с тобой стреляться. Ну что делать, Михи? Помогай! Я почти убил вот эту. Бегу, 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 где? Она за этим, за зданием. А второй за спиной у тебя. Правее, короче, на один удар. Все, хорош. Еще один где-то внизу. Да. Вон он убегает. Перезарядка дурацкая! Ты можешь, короче, меня просто подымать? А, нет, он пришел. Ой, патрошки. Хорошенький какой. Так, о. Лечи быстрее. И беги, короче, в сторону... Ой, смотри, там фиолетовая винтовка какая-то. Заберешь? Сейчас вообще... Не-не-не, надо улетать. Блин, ну возьму, да. Надо улетать, потому ой! У меня, короче, есть кулак, я на кулаке. Ой, таран, вернее. Беги, беги вот сюда. Тут есть этот... Бля, какой я дебил. Ну я... Ты резнешь, если меня просто, и все. Я тут, наверное, добегу. Не. Я сам себя это не резну, если умру. У меня нечем хилиться, короче, я не взял хил вообще. Ну я покажу, у меня 40 хп. Только я случайно свой дробовик выкинул. И взял какие-то гранаты, сок. Бегишь, бегишь. Давай похилимся. Было бы чем. Ну я говорил, тут какой-то сок есть. Иди ко мне. Или я просто кидаю. Нет, ты ко мне иди. У меня тут бочки есть. Да, блядь, это именно кончилось. Сейчас опять зона просто пойдет, нам надо успеть сейчас захилиться и побежать. А машинки есть? Есть, но найти еще надо. Вот в этой зоне особо не спавнится машина. Мне дробовик нужен. А что я делаю? Кидаешь эти сплэшики. А, все нормально, хильнул. Вот, давай сюда еще. Ну вот еще с этим. У тебя дробовика лишнего, нет? Нет, у меня один дробовик. Погнали в этот. А крупнокалиберные патроны есть? Крупнокалиберные есть. Ну, снайперская. Да, есть, я могу скинуть. Давай. А, это они? А, нет. Не знаю. А, нет, у меня нет, значит. Ну, все. Опа, ну, какой-то все. Звук был сзади. Как будто на батуте каком-то кто-то прыгнул. Вот и батуты такие, да. А, надо лететь. О, а вот смотри, что-то еще. Беги! А, ясно. Зона опять пошла. Чё-то мы далеко как-то. Ну вот мы, потому что на краю... Слушай, а раньше танка... можно было этот... Раньше можно было в полете дельтаплан раскрывать. Сейчас можно? Только если перк залезаешь. Там перк есть, короче, который дает возможность такого. Открыт район с названием. Нормально. У тебя карта вся закрыта. Ты идешь там? Я просто бегу, убежал, да? Немножко. У меня, короче, есть возможность дополнительно этот открывать. Дельтаплан, потому что я перк такой выбрал. Тут дробовичок есть, но ты, наверное, не дойдем. О, у тебя есть слот под дробовик, чтобы мне принести сейчас? У меня слот для того, чтобы... А, ну... ну или скинуть его как вариант как-нибудь. Ты можешь подняться? Блять,
я бы с радостью, если бы знал, где она. А мне бы еще понять, как с этого слезть, блять. Со скутера, да. Че за бред, не понял, короче? За руль, пятая кнопка мыши. А слезть на Е. Я тебе скину. Короче, на. Дрободан летит. Ой. Ой, спасибо. Прикольно. Блин. Че, поехали? Он зеленый, правда, конечно. А, я вот такой же нашел, видимо. Он такой же? Ну да. Ты на мотике поехали? Заберешь меня? Я бы себе не доверял. Даже не папку тут нельзя убить. Привет! Сенсей, горошек, здравствуй. Спасибо большое. Доставка до сундука. Опа. Вот это получше дробовик. Так, тролль дипломат. Ну, ты по грейду помнишь, наверное, да? Ну, дефолтный грейд. Типа серая, зеленая, синяя, фиолетовая. Дефолт. Ну, да. Что-то пешком все-таки решил. Блин. Да, ну и правильно сделал. Если поднимешь, то поедем. Если нет, то нет. Так, нам, блин, было бы здорово, если бы ты починил бы. Починил? О, не починил бы. А, поднялся. Вот давай тут по мосту. Вот тут мост есть каменный. Зона пошла, надо ехать. Зона пошла. Мы просто сейчас в такой ситуации, что мы постоянно бежим, короче, от зоны. Потому что на краю карты спавнились. Главное не утопить наш. Я вот тебе показал, вот там этот каменная переправа. Да, кстати, они тонут. Но такие лужи, типа, можно там. На шифте ты можешь ускорять, но за счет топлива. У тебя топливо, типа, иссякать будет. У меня 1/4 топлива, наверное. Чуть может больше. Матюнку можно пересесть, в принципе. И топливо у меня кончается. Вылетаю, я выпрыгнул. Зачем? Попробуем залутать вот этот ящик. Тут хорошая лечилка выпадает. А что попробуем? Кто-то помешать нам может? Видишь, вот этот луч, который бьет, его видят все. Короче, все на карте видят. И сейчас вот это видишь, пошло открытие, лоудинг такой. Ну? Загрузка, грубо говоря. Вот это видят сейчас на карте все. Чтобы ты понимал. Ну, там, на какой-то радиус. Конечно, вроде бы, на какой-то радиус. На 500, что ли? Или на челики метров? Бегут. Где? Вот там вот и были где-то. Вот и вот. Башка торчала. Я тебе что и говорю. Вот там они сражались. Или у меня шиза. Нет, я видел, там кто-то что-то сражался. Вот. Да. Или тоже у меня шиза. Не-не-не, он бежит. Да-да-да-да-да. Бегил. Ну-ка сейчас поближе подойдет и начнем по нему, давай. Открывай, там, пока короче, я смотрю. Легендарная эта штука. По воде плывет, готов работать по нему? Где? Я его не вижу. А я его все. Электромагнитная гора. Поплыла, куда? Не понял. Так, вот эту, смотри, лечилку бери. Вот эту. Нет. Ну, банк вот эту, короче, бери. Она... ты можешь ее захавать, короче, попить. И в момент боя... Опа, его друг пришел. Опа, откуда? Вот это. Белый. Закончили его. А слушай, сейчас эту баночку выпьем, большую. Так. Не-не-не, не надо ее, не надо. Большую вот эту. А, бигу? Бигу пей. А ту... это прям замесы, короче, будем хавать в замесы, чисто. Так, у меня до сих пор патрон один на снайперку только. Ну, снайперский. А у меня появилось 30 патронов, возьми. Я, видимо, с него подобрал. Новый уровень. Все, погнали. Блин. Погнали. А тут погнали. Пешком уже можно. Да, пешком дойдем. Сейчас
24 человека, и как бы шуметь особо не будем, привлекать внимание. И сейчас ты с этой штукой полетел вверх. Ты мог ее тоже взять, мы 10 таких, 2 точно проходили. У нее есть прицел, но я прицелом не пользуюсь. Просто наверх наворачиваю. Сундук открыт вроде, да? А вон она, да, что лежит? Да, ну? Да. Ну, можешь вместо чего, но вот эту лечилку ни за что не бросай. Но у меня вот дипломат есть. Дипломат, хорошая штука, в замесе можно было бы кинуть тебе, когда вот чел прибежал к тебе. Надо было сразу его кинуть, а нам ну, дополнительно урон бы фигачил. Не. Вот эта рука сильнее. А вон, смотри, разлом какой-то наверху, на втором атимате. Наверху, видишь? Был только что. А вот смотри, видишь, трассера летят? А, вот это что ли? Вон оттуда трассера летят вверх. Можем вон там, там чел приземлился, а там трассера были. С грибка, короче, можем подлететь сюда. Так, это ЛКМ, ПКМ? Просто прыгаешь на него и... А, с грибка. Да. Блядь! Повезло. Так. Воюй там на 20, на... Да, там дофига народу. Я попробую пукнуть. В одного пукнул на 28 урона. Не бежал. Вот один еще там где-то был. Еще на 28 урона попал. Видеть бы их еще. Ну так, вот тут я. Баллистика у поля есть или хитскан? Какая баллистика? У, ну, в смысле, гранатомета типа, есть, типа упражнение она... брать, нет? А, да, есть такая тема. Но когда он бежит, типа в упражнениях. Так, что тут лежит? Какой-то дропец фиолетовый вижу. Пойду гоняю 100 метров. Один белый у них на 100 хп. Что там? Дрободан фиолетовый. Да блин. Пойдем сюда? Возьмешь другой фиолетовый. Там по тебе кто-то стрельнул, нет, снизу? Не, вообще не стрельнул. Стрельнул, как будто печка была. Вот летит, это ты? Да. Не а, нифига, это... долгая, да, перезарядка. Да, это чисто когда... Либо когда надо будет кого-то быстро запушить. О, даже лучшее нашел для тебя, куколку. А сам что-то? У меня тоже есть хороший. У меня самого есть. Так, автомат возьму. Или тебе нужен? Не-не-не. Я таким не особо люблю играть. Что парни есть? Нам... Так. Так, нам надо... Я два ключа от голоса сундуков какие-то выбрал. У меня тоже три ключа есть. Если по пути попадутся. Погнали в этот... Ты, конечно, так не сможешь прилететь. Я тебя подожду. Просто на зипке спускайся, вот зипку видишь оранжевую. А мне херачит. Откуда хотя? А, я сейчас разобьюсь, да? Ага, я молодец. Конечно, да. Будут они тебя добивать, нет? Я не наверху, я засейвился. Просто не успею, тут 10 секунд, короче, резать. Мне пятерку сразу хавать, если я встану? Да. Она кидается или бьется как? Не, просто пьешь ее. Сразу хавай. И бежим в сторону зоны, потому что зона. За спинами у нас тип. И не один. Сбоку тоже тип. Скорее всего. Файт будем давать? Не-не, скорее всего, два склада. Нормально его нахитовал. Да. Сейчас очень много. Еще он летит, смотри, над нами. Да, надо в зону идти нам тоже. Они в зону все летят. Никто не файтится, потому что зона. Перед тобой белый. Немножко левее. У низине.
убил одного. Над нами как будто еще. В зону, просто в зону. Просто в зону думаем. Видишь зону? Да, да. В зоне нас уже ждут, встречают. Нужно забрать этого дурака. Одного убрал, там еще один ждет меня. Настреливают с горы два чела, видишь? Не-а. А, вижу. Они меня не видят. Если засейвлюсь, баночку бахну. Дал, короче, 130 одному. Опа, мне тоже баночку придется пить. Ты летишь? Долетел до тебя, да. Они меня не видят, я за деревом. Давай ко мне дуй. Обойдем. У меня выпорячал. Нет, он лицо. Просто нам бы вот на ХГшку это подняться, где те типы. Мы можем... У меня сейчас перезарядка кончилась, можем залететь попробовать. Не-не-не. У тебя чел снизу где-то был, осторожно. Да? Вот он. А, ну... Убил. Ты его убил? Да. Я на этот ХГ поднимаюсь пешком, не привлекая внимания. Тут два типчика. Аккуратно. Ты скажи, когда будешь подниматься, я прыгну, короче, на них. Суки. Смотрите? Я съёбываюсь, я умер, блядь. Так. Гондоны, блядь, решили проверить эту... это место. Сука. Да почему я... почему я... почему я такой невезучий, а? Блин, ничего не стреляет. То, что он долго стреляет. Он типа очень мощный, поэтому он долго стреляет. Он в голову типа дает 150. Я вот сотку нанес, кликаю, он тупо не стреляет. Но он очень долго стреляет, поэтому типа... Так, приготовиться жмать? Ну, если хочешь скин поменять, можем выйти в лобби. Там мне без разницы. Я бы за месяц поменял скин. Он просто белый, он палится. У нас все локации практически темные. Твой скин просто очень палится. Меня видишь иногда не, просто не видит из-за того, что я темный. А тебя настреливают. Тебя раза два-три настреливали, а меня даже не видели. Просто из-за того, что этот... Короче. К сожалению, тут такая фигня работает. Ну ты пропал, потому что, видимо, когда кто-то грузится, полопался. Да, когда грузится, мы не можем общаться. Раньше вроде такого не было, не знаю. Или грузились раньше побыстрее, чтобы незаметно было. Сейчас, да, такая тема. Так. Я кого-нибудь возьму. О. Как тебе скала? Блин, я не смотрю, я сейчас этот себе скин делаю. У тебя прикольный скин. Как он называется, я зову? Волколак или не волколак? Оборотень просто? Нет. Это не оборотень, есть, короче... Есть же много разных оборотней. Но обычный оборотень — это когда, типа, волка превращается и становится этот... как сказать, и не контролирует себя. А это, видишь, как бы на двух ногах двигается. Это как-то ну, по-другому. Ну, идущий, блин, это скин называется оборотень. Да? Да. Вот стили есть, типа, вот видишь, нет, вот первый. Видишь, нет, человек, типа. У тебя видно, нет? Да. Да! Он такой. А почему не слышно меня нахрен? Вот, да, слышно, говорю. Слышно. Сейчас вот такой. А, потом вот такой, ну и там цвета дальше разные, типа. Кому это? Это не оборотень. Ну, сука, это же не оборотень, ребята. Кто играл в Ведьмака? Это же не оборотень.
Оборотень — это оборотень, это волк, просто огромный волк. Типа чел, который в волк превращается. А это как они, перевертыши есть, волколаки, еще кто. Миллиардах всяких разных. Пипс, видел, с анимацией. Или ты опять в шкафу сидишь? Я пытаюсь, понял, короче, сейчас. Нормально поставить кнопочки. Так, использовать же на F, да, наверное, должно быть. Или на E? На E пусть будет. На E, наверное, все. И выходить, и на волк. Нет, садиться. Понял, я вот нажимаю сбросить, потом вернуть параметры вкладки по умолчанию. Ну, типа, да, но тут такого варианта нет. То есть я сбрасываю и принимаю. Ну, нету. Параметры. Пум-пим-пум. Клавиатура. Сбросить на R. Сбросить на R? Ну, вот он пишет тут. R сбросить. Ну, мне пока. Ну, я сбрасываю, в смысле, потом сбросить. Ну. Принимаю, и у меня, понял, постоку вот эта тема такая стоит. Такое чмошное управление. В смысле, он тебе... А, да, вот, меня... тебе но... же надо не в этот... А куда? Не в управление, наверное, а в именно где раскладка клавиатуры. Или ты там и меняешь? Ну, я вот в клавиатуре, да, меняю. Выбрать конфигурацию. Если, смотри, выбрать конфигурацию тебе надо. Тут разные конфигурации, понял? И у меня стоит стандартная по умолчанию называется. А я оригинальную поставил. Пусть будет. Вот эти ваши ZXC 1, 2, 3. Чтобы строиться, сложно слишком. Блин, кайфовый скин. Это кто? Смотри. Уэйн Джонсон скала. Откуда у тебя эта эмоция? Я же говорю, я давно играл. В смысле? Очень вот эта играл. Эмоция была два сезона назад. Не про танец, а про... Сейчас покажу. Сейчас бы найти эту эмоцию. Вот это? Да. У меня, короче, братишка играл. А, братишка на твоем аккаунте играл. Потом он такой, я уже взрослый, я хочу свой аккаунт. Правильно. Типа, зачем? Прикол в том, что я и так не играю. Так бы просто не распылял силы, играл на одном аккаунте. Ну, видишь, сейчас ты взял, сел, там, например, играешь. Так он в Оренбурге, ему еще какая разница. Ну, например, он захотел бы сейчас поиграть, а аккаунт занят тобой. Нет, он живет-то со мной, он просто сейчас в Оренбурге на сборах. А у него компьютера нет. А, он компьютер твой использует, да? То есть у вас один на двоих? Нет, у нас два компьютера. Видишь, ты на своем бы сидел, он бы в своем и такой. Я хочу с тобой, например, Матвей поиграть. А у нас один аккаунт на двоих, что делать? Ну все, давать брату люле, отправлять работать раннером в разжигателя. Раннером? Да? А, мелко, что ли? Я думал, да? Чтобы он тебе людей давал. Вот, теперь нормально, кнопка М. Куда летим? Работает. Ну, можешь сам поставить, раз у тебя работает кнопка М. Может, тебе куда-то нравится. Ну, в смысле, у меня просто на H раньше открывалось. Не, понял, может, тебе куда-то хочется прям. Ой, я хочу или в селение Сакура, или в роскошный риф. Да, чё лучше? В роскошный риф нас убьют там. Селение Сакура нас, скорее всего, тоже убьют, но... А, все. Так быстро, как там. Потому что сейчас вышел сезон, и вот эти... Риф, вот эта тема. Ну, короче, с полумесяцем, которые отмечены, значком сейфа там, они... Эти локации появились в этом сезоне, и очень много заданий связаны с этими локациями. Поэтому на этих локациях миллиард людей... И там еще, помимо людей, есть NPC. Есть жесткие NPC, есть давай такие... Давай вот в этот домик в ДМЗ зачем. Давай. Ой, я тут таранчик нашел. Тупо в бане пришли. Я типа вышиб тараном, короче. Что там, дерешься с конца уже?
Убиваю. Бегу помогать. Плохо просто качаем. Нашел пушку серую, и тип думает, что такой прям тягаться можешь со мной или чё, писюн малосольный. Ты еще не кто тут, папочка я. Я буквально миллисекунду не подождал, банку убивал. Сбросил эту тему. Кем-то тебе дробовик дать? А? Дробовик дать? У тебя два, что ли? Белый. Да. Давай. Блять, на как комментарий тут открывается. Чё сделал? Ага, кустик кинул. Вот я скинул. А тебе-то автомат не забрал. Там синий автомат был там. Сейчас, секунду, мне вот домофон названивает, я его открою, ладно. Все живо. Заказ принят. А, вот тут тип, короче. Вот иди сюда, там автомат есть. Хороший синий. Он с прицелом ночного видения. На shift его можно будет отключить. Этот прицел, вернее, это не ночного видения, а прицел инфракрасный. Теплак? Да, тепловизор. Почему инфракрасный? Тепловизор, правильно же? Те, кто? Это заказ наш, так понимаю, да? Нет, это подруга, наверное. Другой скин был. Пукает меня он тоже. Видишь ее, да? Один есть. Там вроде второй еще был, не? Не вижу. Это как будто другой скин. Да, нам другой вообще нужен. Здесь главное этот другой поймал. А что тут есть? Вот. А, слышь, у нас там эта зона-то сместилась. Желтая зона. Ну, нам типа не обязательно его убивать. Его может кто-то другой убить по пути. Нам все равно голда прилетит за это задание. Так, можем, начало. Короче, вообще мозга не парить, взять тут на этот флаг, короче, поднять. Давай. Тут дроп сейчас выпадет. Когда флаг поднимем. Я сейчас гляну, что тут спрятано. Будешь банку брать? Или мне взять? Хороший выбор. Я с красненьким отметился. Кто за красненьким отметился? А, да. Это когда флаг поднимаешь, отмечает по радиусу ближайших. Типа ВХ. Наш дружок попробовал? Нет. Я так питал. Нет. О, у него есть, смотрите, ликвирует, поймет. О, нашего дружка убили, с которым у нас была охота. Имба. И нам просто халяву бабки пришли. На счет. А человек можно как-то монетизировать в реальности? Чисто внутриигровая валюта, типа внутри, прям внутри катки ты можешь... А, слушай, типа, стой, бро, у меня, короче, понял, у меня две, оказывается, винтовки с тепловизором. Давайте одну, да? Не, мне не нужна. Она в прошлом сезоне была крутая, в этом сезоне мне нравится автомат с двойным магазином. С прицельчиком такая, прикольная тема. Она довольно-таки ровно бьет и чуть быстрее работает. Ту фигню надо, короче, самому стрелять.
сильная крепость. Так, еще куда пойдем, потопно? Не знаю. Так, а нет. Тепла как-то энергию тратит какую-то или нет? Вот видишь? Два тела по дороге бегут. Один упал, один в упорете. Дипломат кинул в теплоэнергию. Дипломат почти сломал. А он меня сейчас сломает, этот пацан. Он меня сломал. Это он опять кинул? Это ли ты? А что у него так хп много, блин? Ты скоро падаешь? Полази ко мне. В смысле? У меня... 50 хп. Он над тобой, над тобой. Да пусть прыгает ко мне. Не, не поднимает. Лучше с ним повалить. Почему? Ну, потому что он тебе не даст сейчас. Тут плохая зона. Он с любой стороны может обойти и начать стрелять. Стреляй с автомата, а не со... Все, бери... Да, дробанан. Вези. Не, поднимай, поднимай. Дипломатами своими. Поднимай, поднимай. Я отвернулся просто, молится. Нет. Думал, продолжится. Нельзя. Не. Тут именно понял? Ты же можешь отвернуться, на тебя тип бежит, ты можешь там... Лутайся, вот забирай у него. Да мне хил нужен просто. То, что у меня есть... А, я бы только вот это взял. На самом деле. И банку. Не попей. Вот миники попей сначала. Так, а что за граната антища? Что она дает? Ну, она у противника щит снимает. Если под себя кинешь, у тебя снимет. На, банку большую пей. Вернее, ну, короче... А то есть можно friendly fire устроить по счетам. Фига там лута валяется, что это? Это ты видишь? Которого первого мы убили, да. А где у меня автомат вообще? А, вот мой автомат. Там уфуловали. Так. А вон, смотри, кейсик открывает. Пойдем драться? 400 метров. Нет, это не открывает. Это он только дропнулся, этот кейсик. А. Типа, он сейчас всем на карте показывается. Не, мы пока добежим, короче, он максимально, наверное, эпический уже будет. Он с легендарным, видишь, он легендарным подсвечен. Потом через какое-то время он становится эпический. А, то есть летим. Потом редкий, типа уменьшается. Редкий. А, то есть чем дольше он висит, чем у говяний. Да. Ну, мы все равно идем, я так понимаю, да? Да нет. А хотя да, можем пойти просто в ту сторону. Нам как раз таки зону надо. И а что такое? Как грязью обмазаться? А в джунглях. Грязь в джунглях. Ты увидишь ее потом, я тебе покажу. Скорее всего будет... Последняя зона будет... Ну, то есть решающие зоны будут внизу. Ой, уже внизу это... в джунглях. Да, пока дойдем. Это непись или чел вон банан? Че? Непись, да, видимо. Да, это банан. Это... Неписишка. Ух, нихрена, что мне дропнулось. Заберешь миники? Не, у меня большая. Миники мне не полезут. Две большие только банки. Миники. Уже эпик. Она так мерцать начнет, короче, и потом сменится на редкую. Ну вот, типа редко. Вот, вот она. Ну типа смысл это редко открывать, наверное, да? Нет, есть смысл. Не из-за оружия, а. Там вот эти, помнишь, легендарные напитки мы брали. Вот эти напитки, которые их хилят, и этот. То есть можешь запиться, и она типа через какое-то время тебя хилит.
Я предлагаю, короче, ну, там начать открывать и просто вот спрятаться в кусты, подождать, пока она откроется, потому что... Ну... Как тебе? Чё? Меня не видно? Видно. И да, и так тебя видно. Если ты видишь сквозь кусты хорошо, значит тебя тоже дохрена видно. Блин, так мне интересно. Ну типа можешь вот, вот покажись, как ты хотел там, покажись. Потом я тебе просто клип сделаю. Вот ты сейчас видишь? Ну, вот. Ну тебя вижу, да, нормально. А, нет, ты прям в этом. Пошли заберем банки эти. А это что там такое появилось? А это остров. Тут, короче, с прошлого сезона или позапрошлого сезона такой остров. Он рандомно спавнится. На нем очень много хорошего лута. И там тоже есть вот это место для поднятия флага. И там всегда легендарные шмотки попадают с него. С этого флага, короче. И там еще есть подземелье, где двумя ключами можно открыть, типа, бункер, в котором, ну, тоже, ну, лутаться ящиков можно. Короче, довольно-таки прибыльная тема. Я отказался, короче, от ППшки. У меня два оружия только, дробовик и легендарный автомат с двойным... Ну, это... Двойным. Спарк, короче. Так, о, у меня перки, короче, не выбраны. Я сейчас сяду, тут выберу перки, ладно. Я забываю. Давай. Про перки постоянно. А, то слышишь, дрон какой-то доставку везет. А ты сейчас он сбросит такую же тему? Нет, у них, короче, их убиваешь. Ну, я тебе сейчас не советую, конечно. Их когда убиваешь, у них этот... Возможность дропнется, короче, миники, биги, либо оружие, патроны. То есть... Чела вижу. Работаю? Погодь, сейчас я выберу. Так, ты мне маякни, где он? Он уже вот так вот аванул, там вот аванул. Вот он только что был. Вот за этим холмом, короче, можем пойти посмотреть. Может быть, их там двое. Мы просто на ХГшке такой более-менее. Вон он, смотри, он бежит, он что-то ломает. Да, я вообще ничего не вижу. У меня винтовка с теплаком, я вот увижу. Сигнатуру. Вот там это был. Потом забежал. Еще видео. Прицел. Можем тут эту ХГшку занять холмик и посмотреть домик этот. Он все равно на нас побежит тут, что у него зоны его поджимают. Мы откроем сейчас для этой, для берега. Берег может. Берег кто-то еще. Не видно. Типочка. Еще есть такие фишки, короче, некоторые типы садятся в машину на заднее сиденье и сидят там, ждут, пока кто-нибудь сядет в машину. Ну слушай, он должен или за зоной быть. Или он нас как-то пробежал? Ну пробежал, скорее всего. Может, он сейчас вправо давал его конкретно? Да, да. Мне кажется, он прям нормально так вправо дал все. И за камнем, за этим всем прошел. Ладно, погнали в зону. О, на полях помешательств кто-то открылся с этот флаг. Я вижу его. Кого? Вон он. Ты за зоной. Сейчас через 30 секунд зона пойдет. 30 секунд нормально же. Ну, я тебе говорю просто. Ты можешь... Не надо, можно увлечься так стрельбой, что забыть про зону. Он типа на берегу... А, вижу его. Ты по нему работаешь? Да, да. Он белый. Белый. Ладно, лутать его не будем.
Что-то мы вообще какой-то позицион выбрали отвратительно. Ну мы не выбрали, мы просто оттуда двигались, как бы, и таким образом пришли сюда. Там на полях помешательства война. Войнушечка. Там два больших амбара, еще много маленьких. Опа, вот там зданий. Вот она на СЕ стреляет, на Е. Да. Еще где-то вот там вот отрассирались, аля. Да, да, да. В ту сторону или типа оттуда, не очень понял. Много. Тут кого-то вижу убили. Далеко. Вижу, вон там два дропа. Чела. Два чела на холме. Не, мы не работаем, мы не работаем. По мне работают. По тебе работают? Там вроде команда. Да. Не. Это ой, просто шальные. Мясо спины и по бокам фигачит. Шальные. А, нет. У нас спине чел. И справа чел. Давай сейчас какой-то свалим. Я бухаю. Тебе нужна этот... как это называемый? Таран этот, на котором летать. Есть таран? Есть. А, у тебя есть? Все, вот, свалим, да. Короче. Автоматик не надо. По мне снайпер откуда-то работает, вообще не понимаю. Забей, по мне тоже работает. Я хз сам откуда. А, сейчас одного увидел. Печка. Белый. А! Бам. Ну я даже не знаю, откуда, сука, тварь ебаная, блядь. А, она сидит на этой твари, блядь. Мне еще, помню, знаешь, на чем он? Стрелять, на подожди, антенне я умираю, ебучий, блядь. Потерпи, сраная антенне. Я уже умер, как ты меня терпеть? Я уже не потерплю. А интересно, смогу, кто? Ну, там есть возражающие фургоны, но под конец так, видишь на М-ку один фургон? Или это не фургон? А нет, это моя, наверное. Это... А ты за мной следишь? Да. Он на антенне сидит, короче. Даже меня с ним даже не стреляйся, там. Просто. Никакого мили оружия нормального нет. Нахер тебе это? Надо было банку. Пробежись про банки, она автоматом заберется. Я кто-то пукает в тебе. Садись в машину. Там по правую, по левую сторону машины. Так я же все у него, Соня. На я свыкнул банку. Двигайся! Там на баре, на крыше чего. А, я другую видовку какую-то взял. Вот это хороший. Ты можешь меня возрождать. Как? Там фургон для возрождения тебе помечен. 111 метров. 100. Тут, короче, можно возрождать, если найдешь, типа, подберешь карточку. У тебя прямо на тебя будет, типа. А это бот. Ладно, я, короче, не вмешиваюсь сам. Там это был, да? Или мне показалось? Так, а боты на меня загрятся, нет? А вид с плеча можно поменять? Нет. Блять. Ага. Вот это только вылез нахуй, они вон там наверху надо мной. Блять. Не жопа. Меня гандон убил, просто гандон сраный. Это просто кемпер, сраный кемпер. Меня просто забрал сраный кемпер. Я даже не знал, что этот кемпер сраный. А он был сраный, и он был кемпер. А если бы он был не кемпер, не сраный, ну, может быть, я бы выжил. А там был сраный кемпер. Понимаешь? Надо сейчас управление подращиться. Да-да-да, нормально сейчас все будет. Ну нет, мне просто чел снаймнул, и меня просто шотнул. Ваншотнул. Бывает. Хотя нет, он мне один раз выстрелил в пузо, я не понял откуда и не прикрылся от него, потому что я даже не знал откуда.
Вот эти гандонские замашки, гандонские поступки. Ну, нормально так дожили. Да ладно, сейчас все нормально. Бихруф там негодует. Ругается что-то, да. Тоже увидел. Я тот раз тоже не убрался, прикинь. А, ты же помнишь, да? Ну да. Ты мне сам сказал, да похуй. Ну, я сказал просто, у меня уже времени не было, поэтому я сказал, да похуй. Типа. Не потому что я забил, а потому что я просто не посмотрел вовремя, что там... Не знаю, ну я как бы на месте су-шеф, я понятное дело, я всегда обычно смотрел, типа, но у меня сейчас такое чемоданное настроение уже, типа, я типа, ну, у многих, кто увольняется такое, либо такой, я, конечно, ну, не оправдываю себя, но не знаю. В общем, ладно, забудем эту историю, если что, я убирался. Конечно. Я на видео снимал, просто удалилось. Ага, сформатировалось сразу. Это телефон, карточка, все. Ура. Так, я вот выпрыгнул. В лапу. Давай, а, знаешь, куда мы с тобой. Куда? Сейчас точно расскажу. Да, брутальный бастион или что, просто. А, ну, да, метку поставь. А, ну тут будет замес. Ну а что нам еще делать? Просто ну, чем дольше мы висим... Замес. Ну, вон там один чел падает, два чел падают. Миллиард чел. Ты можешь даже не заявлять таких заявлений. Тут миллиард человек. Это одна из таких топовых позиций, из таких топовых местностей, где народу всегда хватает. Найт, снайперка первомайка вам. А я унести могу, прикол. Да. И я тоже. Так, а банка с стрелочками это кто? Это огненная тема. Огонь. Как это? Как молли, короче. У меня тип. Надо мной вроде. И я над тобой. Возьми дробос. Опа. Дробовщик. Нет. Это тот, который долго стреляет? Да. Наводить голову, убивай голову. И убивай за один выстрел. Опа, у меня выпаря. Дробовик, возьмись! Я тут. О. Возьмешь? Возьму. Я по нему со снайперки начал расстрелять, короче, вместо дробовика. Чемодан клан, знаешь такую группу Чемодан клан? Он их сбрали. Да, возьми, вот на. Сейчас у меня выпадет тоже. Опа, у нас выпарит чел. Белый. И перезарядка. Он вообще лоута. Спасибо, дожрал я его до халу. Я лучше вот возьму обычный белый автомат с дальним магазином, чем это с тепловизором. Тоже преисполнился, что та пушечка прям нормальная. Я говорю, она прям такая. Че, я захватываю точечку. Да, можем, кстати, взять задание на убийство. Давай. О, они... Значит, рядом никого нет. Если бы кто-то рядом был бы, ну, типа ближнюю цель пометила бы. О, синенькая штучка. Там мне нравится, нравится. Можно сюда кинуть. На входе одну. Жаль, что две турели сразу разместить нельзя. Что такое тактический спринт? Тактический? Да. Ну, видишь, у тебя есть стамина. Вот ну. И есть тактический спринт. То есть shift это тактический спринт, да? Да. Ну раньше в игре не было. Чего? Что за пушка? А, это с двойным. С двойным магазином пушка лежала вместе с пистолетом рядом. И просто как будто бы...
это пушка типа с этим. А слушай, а вот этот, выпей. Чего? А у меня сотка. И вот, и это возьми. Ладно, я скрыл. А, это типа добиться хпшки. А, все увидел. У меня просто нету болта. Места. Пока что. Ну все, мы тут всех ликвидировали, напугали и все убежали. А тут сейфа нет? Сейфа? Да. Я как-то играл, помню, сейф какой-то вообще-то был. Вообще-то да, был. В прошлом сезоне тут сейф внизу был. О, че нашел, че нашел. Нашел таран. Это прыгал кого-то, да, правильно? Да. Реактивный таран. А ты думал, это рыбка к пиву? Я даже не читал название, если честно. Не, ну, по названию, я тебе сказал, ты думал, это рыбка к пиву? Просто есть такая рыбка, тарань. Блин, неправда. Так, я залечу. Подлечу, залечу. Ну, блин, то... Без просвета лутация такое себе блуждать по этим коридорчикам. Без чего? Ну, без просвета ВХ вот этого, наверное, штучка. А, ну, мы можем этого типа взять, который сканирует. Знаешь, где он живет? Вот, кстати, где наши... Где наши типчики? Можем туда пойти. Если подойдешь ко мне, тут есть джамп, мы можем на нем подпрыгнуть и полететь на этих, на дельтапланах. До них. Вверху. Вот они как раз там. Они как раз там. Они, может, уже взяли этого типа. Может, они бомжи, у них нету голды. Я-то не бомж. Я-то папик, у которого есть мапки. И что делать, куда? Как прыгать мне просто? Ну, прыгай на точку, которую я отметил. 600 метров. А чё? Ну, да, отлично. Да-да-да, лети на этих крыльях. О, нормально. Я прям конкретно не долетаю. Ну, я тоже не долетаю, просто сократим путь. Я прям над тобой ровно. Чисто прикрытие. Работа в двойке. Да, парное катание. Быстрее бы зима наступила. Нахрена, блин. Я хочу на сноуборде покататься. Я там ни на чем не катаюсь. А чё так? Опа, там тип. Там под нашу жертву. Работаю, понятно. Я поехал. Да, это наша жертва была. Но он нокнулся, я поэтому... Приехал. Он нокнулся, поэтому у него где-то есть парнишка, друзишка. Я вижу его, он у меня. Да? Да, в ангаре белом этом. А вот это кто? Падаль, который меня сейчас дрючит. Я убил? Думаю, это она. Бегу, его... бегу, бегу, бегу. Ну, меня сейчас разобьют, скорее всего. Ломайся, да. Дверь. А я думаю, это он. Так, а тут где-то только что какая-то машинка была. Не машинка, это сверху лиана, видишь? А, требуется карта возрождения. Да, здесь у тебя карту мою подобрать. Но наверху типы. По крайней мере, один тип. Я смогу забрать твою карту? Ну да. Тут рядом типы, они могут не дать тебе резнуть. Хотя они вроде воюют с кем-то. Фига долго. Хотя нет, не так долго, как я подумал. Ну, как бы, видишь, дополнительный шанс такой. И тоже... сейчас мне в хэд тупо пролетает ваншот. А ты приседай постоянно. Я наверное, хилишься, я же нажал, да? Свой дропец заберу. Так это по себе? Они там с кем-то дрюкаются там. Тут там хилка есть. Тут хилка есть. Вот тут. Бутылочка синяя, большая. Маленькая, сейчас под себя скину.
Не, маленький не надо, поставь. Я уже большую выпил. Маленький только на 50 лечит. Типа от 0 до 50. А больше не лечит они. Ну, типа, если у тебя 50, ты еще 50 с ними не накидаешь. К сожалению. Такой вот баланс. Можем заказывать? Да, можно. На 290 что-то какой-то партикл был непонятный. Так, баунти, да, фото? Опа. Это вот это, кстати, у нас. Это который меня повалил, скорее всего. Ну слушай, можем их подождать сейчас где-то на перебежке в зону? Нам бы самим в зону как бы двигаться. Ну так я шуршу потихоньку. Там уже на выходе зоны подождем. По лианам можно слайдить. Блять, я ебанулся с дерева. Ну ты в воду упал, поэтому все нормально. Там есть, короче, деревья огромные, и у них есть желтые цветки. Они, так, а мы сейчас в джунглях, да? Они как на грибах, можно подпрыгнуть, но... Да, мы сейчас в джунглях. Как грязь здесь мазаться? Да. Так, я только что прокачал что-то на грязь. Тут нету грязи. Тут грязи нет. Вижу, на мотоцикле еду. Во, грязь вижу. Вот он. Ты чканул, давай разворачивайся ко мне, деремся. Ой, разворачивайся, ты че? Че, куда ушел? Ё-моё. Я-то вообще за грязью пошел, даже не посмотрел, где ты. Одному супер больно вообще. Передо мной. Мне метку ставь тоже. Ему очень больно. Добивай. Бля, ну охерена добивай, конечно. А чудесно. Еще тип пришел. Так я им всем зачекал конкретно. Ну я понимаю, но ты видишь, у меня что-то. Ты просто видишь, я пока этого стрелял, я не знал, где второй, и второй меня просто напихал в кабину. Ну это да, мой просто... my fault, то, что ты я не говоришь, где грязь, где-то. Я говорю, пошли покажу, где грязь. В итоге я смотрю, ты просто отошел куда-то там что-то воевать. Ну. Ты просто либо говори, что ты отошел, либо не отходи. Ну просто, ну как-то. Ну, либо мой, пошли покажу, где. Нет, говорю, пошли покажу, где грязь. И нету грязи. Нету им ответить. Грязь. Я через секунду говорю, вижу челов, работаю. Какую секунду, чел? Хочешь, я тебе клип покажу? Просто надо, я не хочу позориться. И покажу тебе клип. Мы просто шли, ты за мной вроде шел. Херак, ты просто разворачиваешься, уходишь. Или ты остался, а я бежал вперед? Нет, я не уходил, я просто стал на месте, развернулся, увидел челов, сказал то, что вижу челов, и типа говорю, типа что-то типа возвращайся. А я типа очень далеко был. И ты такой, бля, где я в грязи. Ну хотя бы тут строительства нет, а то бы у меня шансов вообще никаких не было. Не. Я играл без строительства. Я, ну, шансы у меня... Я даже в топ входил, честно говоря, тебе скажу. Да, ты раньше тоже, но я сейчас сколько не играл в этот Fortnite. Не, ну я не строился при этом сам, никогда. Я максимум там, не знаю, когда шел куда-то, мог там на гору себе там лестницу поставить, там, типа такого. Кто-то открывал жестяную банку колы. А, это у меня. Так, че, куда? Да. Думал, это мне причудилось. Давай можем сюда залететь. Что-то какая-то локация без названия. Может, королевский курорт? Ничего. На крыльях давай. Уничтожим. Давай, мы мощные, давай. Мы мощные. Мы залутаемся там. Какие мы мощные? Мы грязь смотрим, а один грязь идет показывать, другой не хочет смотреть на грязь и устраивает грязь. Просто против двух гэнг-бэнг устраивается. И просто умирает. Нет, не, ну слушай, ты понял, ты должен был как машина каждому по тычке дать, а они бы умерли. По какой тычке? Я чела фигачил, он не умер. Потом переключился по тому, который меня начал фигачить, я с него снялся.
50 или 60 хп, и он почему-то не упал. Ну, я у нас после 50 в общей минималка. Сложности 250 хп. Запомни, у нас не 200 хп, у нас 250. Падай сразу на бочку. То есть... А я упал на кораблик, я уплываю от тебя. Какой кораблик? Ты прикалываешься, блин? Я падаю на кораблик, и ты говоришь, типа, все, я уже упал, и ты говоришь, это, приземляемся на бочку. Тут типы два типа, короче, на этом здании. У меня две серые ппхи, еще больше у меня ничего в этой жизни нет. О, дай ппху. Это же пистолет, а не ппха. Ну, я тебе пистолет дал, нахер я тебе ппху давай. В Гриш, сейчас две ппхи. Ну, в смысле, один пистолет, один ппх. Они стреляют пистолетными патронами. По мне бьют. Откуда-то. Бам, взорвался. Рафляная тема. Бам. Пошли на эту банку. Как будто еще топают, нет? Нет. Пошли сюда, пожалуйста, ко мне. Разобьем быстренько и потом будем лутаться. Да у меня только вот это оружие. Да я тоже знаю, но мне броня нужна. Иди сюда. Я тебе могу большую... Я рядышком, я у тебя в упоре. Ну ты к этой бочке в упоре стой. Видишь, огромная бочка, она сколько дает? Миллиард брони. Вот теперь лутаемся. Мы обычно тут с Олей приезжали сюда и этот... Ну типа сначала зафигачивались этой... Ну, короче, ты понял, какой-то фигней. Потом уже лутались. Можно задание взять. Опа, ты кидаешь? Не. Гранаты не ты кидал? Вот эти. Это не ты кидал? Я надеялся, что взрыв будет побольше как-то. А, я надеялся, что я буду врать своему напарнику. Напарник спросил, ты? Не. Ни в коем случае. Это был Матвей? Не. Чё ты вообще лут? 9.11. Не. Опа, голова. Лама, лама. В ней, короче, есть этот... Очень много этих патронов. Надо её напулять. Дурынду эту. Но только не... Банки выпали, патроны выпали. Могу патроны поделиться. Тебе на что-то надо патронов? У меня оружия нет, чтобы нужны были патроны. Пошли куда-нибудь. Что-то не... В смысле? Мне ничего интересного нет. Пошли, ну, попробуем заказ сюда выполнить. Не-не, у тебя оружия нету, мы заказываем. Да нормально, здесь пошли. У меня есть оружие. Вот так у меня нету... Нету... Я не долетел. Я тебя поздравляю. Ой, зато пушку нашел синюю. Может эту взять мою, поношенную. Чисто как после старшего брата поносить. Ты смеешься? А мне... Я носил за двоюродным братом, который, у которого со мной разница была не год, не два, а пять. Я проперженные приконы носил его. Имба. Приконы? Ну да. Так, это ты ломаешь? Ни в коем случае, я так понимаю. Я ломаю то, что дуку не пролезть никак. Только так, и это Биг Мак.
Обратись, на курск. Че, куда топаем? Куда? Да мы в зоне, по крайней мере. Ну мы в зоне, да, нам надо лутаться. Жесткий, жесткий. Короче, погнали вот к этому домику. Это просто необъяснимый дом. Вроде как этот дом. Нет. Этот дом, короче. Вот сюда сначала. На JumpX. Да я уже спрыгнул. Ну ты вот. Ты жди, пока я скажу, ты. О, мы можем сейчас этих типов убить. Давай сначала этих типов убьем. Каких сейчас этих заспамить... там типы? Сейчас заспамятся, короче, типы тут. Да, NPC-шки. Баты, все. Да, мы их убиваем, с них берем карточку, и нам будет каждый раз на одну зону больше показывать. Типа следующая. Да. Тут следующий и. Кто там бьет уже? Я не бью. Машины как будто готовят, нет? И с них можно еще вот это. Там не работают. Там не работают. Гора, дай метку. Вон там два чела. Спускаются к себе. Полами стреляют. Идем ко мне. Наблюдаешь? Я их не вижу, они. Для меня они не зимние. Че за бред? Я прокачал хуйню, чтобы этот дельтаплан открывать. Мне не открывается в полете. Ну, открывается, если зипкой будешь пользоваться. Вот тут вот эту фигню бери. Это снайперка, которая типа? Да не снайперка. А, я куда поехал? Мы... Ко мне езжай. Банка, которая запейся, банка, я имею в виду. Кучара какая. У меня легендарная, я не могу ее убить, блин. У меня легендарная пушка, я не могу ее убить. Скварь. Опа, к нам прячется, или что это было? Ну как, блядь, просто? Что-то очень больно. Не понял. Просто, вообще. Блядь, я про. Все сгорело. Я просто охуеваю, короче, мы просто с таким дропом охуенным проебываем просто из-за того, что типы, блядь, у типов все летит, сука. У меня с легендарной пушки нихуя, он с синей пушки меня убивает, понимаешь? У него все нахуй в цель летит. Я в него стреляю тоже, въебашу его прям, ну типа в него, вот я его вижу и в него хуярю. У него, блядь, 50-60 хп, блядь. А в меня, блядь, ебашится просто миллиард, блядь, хп. Мне что-то хз, меня моментально съели. Я не пон как-то. Я-то с двух сторон уже начали ебашить. Нет, меня только с одной стороны чел. Тут другой за камнем был. Я с другим пока ебашился, этот справа меня просто схавал, да. И этот еще. Так нет, и он и меня, он по мне стрелял, и, видимо, как-то тебя сейчас. Ну, мы вдвоем стояли рядом. Сейчас я подойду буквально 2-3 минуты. Подожди, пожалуйста. Ок. Входи, в лобби выходи, сейчас просто тебя там автоматом закинут, может. Сейчас, перейду секунду. В лобби, говорю, выходи. Что? Пакстон Прайс. Комплект защищник чести. Ну, такая... Собакин. Ну, ты... Недзуми. Ну, thank you. Не знаю. Не знаю, короче, мне не нравится. Комплект спаты. Спаты? Вместо спарты? Спаты? Типа скин более-менее, но партизан. Вот такой бы зелененький скин. Можно было бы, вот у нее был бы типа рескинчики зеленый, там коричневый, песочный. Да. Робинзон Джонси. Призрачный топорик.
500 за одну кирочку. Прикольно. Бустом их. Авторские права. Авторские права. Модель моё. Золотая чешуя. Цыганский стиль, да? Цыганский стиль. Чисто цыганский стиль. Токсичный всплеск. Тин-тин-тин. Ой, выбили свой стиль. Огурчик Рик. Не футболочка с огурчиком Риком. Релил Саммер. Сорян, тут приспичило что-то. Привет, привет. Я Матвей, если что. Привет, я Рустам. Приятно. Приятно. Вам приятно. Очень. Да, что-то я ждал своих пацанов, а они что-то продинамили. Я не знаю, наверное, последнюю каточку. Ах, ладно. Ох, нихрена себе, Миндас есть. Что ж, что-нибудь золотое поставить. Че я за. А уже поздно. Почему нет его? Золотое трио. Сейчас мы выигрываем просто катку сразу. Сразу в топ. Ну я только что просрал. До второго места дошел. А сколько я сегодня просрал? Я вчера играл, ни одну катку не выиграл. Ни одну. Вот в топ-2 там попадал несколько раз, но все время меня переигрывают. У меня какой-то этот, как говорят некоторые стримеры, скрытый пул. Все, у меня теперь чисто неудачи. Чисто попадаются жесткие типы. Ну, потому что я был жестким иногда. Бумеранг. А теперь сейчас, короче, меня насилуют. Раньше я насиловал. Или типа скрытый ранг есть. Ну, типа. Коза. Че, куда? Давай попробуем, где сейфик. Не. Ну че, у нас там просто тупо сейчас умрут сейчас. Умрут. Там, тем более мы в тройках играем, где там по три человека будет в команде. И просто мы вот будем, мы три будем человека в разных местах, а те будут трое в одном месте все. И просто будут по одному нас уничтожать. Прыгать было уже, наверное, надо. Ну надо. Че, можно прыгать. Только куда? Давай в топ. Или че? Ну давай в ответчее место. Хотя не-не-не, туда лучше не прыгать. Там, честно говоря, уже народ. Да уже поздно. Потому что мы прыгнули поздно, и там типа уже по-любому. Ну, так, значит, не одна будет, а две катки. Я подлетаю, но... Я пока никого не вижу. Может, у нахер? Да они все приземлились, наверное, уже.
да, просто это под линией автобуса было, они могли уже. Я прям на свалку бахнуть какую-то. Нету? Нет. Ну пока не вижу никого. Не, здесь чисто, здесь даже не зовут. Просто побоялись люди. Некоторые боятся, ну, типа под этот. Но они просто в курсе были, что мы идем туда. Да, да, конечно. В курсе. Я сегодня сколько раз сюда падал в соло. Тут столько народа. Пошли сюда. А слушай, а почему мы в скваде? Стёп. У нас сквад, а не тройка. У нас тип. Этот я взял на писюшку. А. Бот. Снайпер. Идем сюда. Куда я подсветил? Флаг? А. Бегу. Бочка. Как та, помнишь? Да-да-да. Беги, Шайман, беги. Матвей, если бить по ней, она как бы чуть раньше... То она ломается, да, наверное? Да, чуть раньше поломается, если будем все троем бить. Я, конечно, не душу, ничего страшного. О, синенький сундучок какой-то. О, это хороший, там от фиолетового до легендарного дропа. Ну, типа шанс больше. Ну там 100% будет эпик, но... Мы с таким дропом умерли сейчас, просто с лютым. Золотым? Да, у меня золотая вот эта двойная пушка была, золотые эти легендарные напитки вот эти, которые... Ну, у тебя тоже так же, с двумя банками, с глушителем золотым, с дробовиком золотым и с этой пушкой Бендера. Ух ты, не попало. Так, ну ладно, дробовик я сразу этот. Дробовик, да? Липучку я сразу опустошу. А вы что, брать не будете вот эти темы? Я типа все забил. Ну, нет, мне с ней не особо. А там гранатомет есть какой-нибудь? Нет, я забрал. Уже нет. Ну, был, типа. Тут есть, короче, синий дрободан и могу... Могу дать легендарный ПП. Надо? Да нет. Ну, типа, у меня два легендарных оружия, я могу одно отдать. Вернее, три легендарных я могу. Будешь по-македонски стрелять? По-македонски? Такой возможности нет. Срочно добавить? Я помню, мы, короче, пацанами были. И фильм были, Эквилибриум, этот. Рядышком. Эквилибриум, короче, был фильм, помнишь? Угу. С Кристианом Бейлом. Угу. И там был момент, когда он заходит в комнату и начинает с двух рук стрелять. По мне стреляют. Азимут? Ага. Он соло там что-то? Это он не сбил. Нет, он не соло. Еще. За ним дальше. Да, я подбегаю. Повалил его. Хорош. Это наши были. Поторча. У него руки не было. А где еще один? Он сразу умер или он упал? Нет, он еще ползал. Опа, вот там кто-то отстреливал. Кто-то вот на это дерево поднялся. Секундочку, на зипке. Сэски как будто стреляли, да не? Опа, по мне гуляет. Стреляет снизу, да-да-да. Кустов. Ага, вижу. Опа, это его их дружок был, походу, сразу упал. Умер? Угу. Ну, я ему гранатометом 70 дал сразу, белый был. Гранатомет с плышой бьет, это вообще, блин.
Он даже... Я помню, за камнем сидел, чел за камень стреляет, и меня просто убил таким образом. На зипе кто-то. Не так далеко. Его не подсветило. Опа, у меня в упоре. Не вижу, не вижу. А, вот. Дал белый. Мокнул одного. А он один и был? Нет, 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 тут где-то был. Тут где-то. Сзади еще да, где-то стрелял. Вон он. В кустах. Между этих. С прошлого сезона. Белый. Кем? Или позапрошлого. Ну, по винтовочку, по-моему, нужно. Опа. О, пусть будет. Снайперская. Ну, и что я? Она хорошая. Я сегодня так снайпнул жестко. Одного просто фликом. Флик это, короче, резкое, короче, движение. Ты это кому сейчас объясняешь? Мне. Я просто знал, что он сейчас спросит. Да. А этот боты. Можем... А, нет ни у кого снайперских. Патрончика. Есть. Да. Есть 24. 19. Скинул. Блин, сейчас к ботам подойдешь, они нагрятся. Ну, надо их надо. Надо их надо. Надо кому-нибудь спрей, нет? Нет. Да там, в принципе, в хранище ни хрена делать. Там нечего брать-то. Ну там так, жиденько. Ну. А флаг там захвачен? Да вот там уже не в зоне, скорее всего. Так, нет, ну мы-то успеем, наверное, захватить. Сколько там, минута или что это за время? Минута это уже идет. Ну я попробую спеть, что тут 200 метров, 100 метров пробежать. А от количества человек захват быстрее идет или нет? Быстрее. Поэтому я к вам и иду. Ну так-то успеваем? По-моему, можем, короче, вот эти сплэшами накидаться и... Как это? Типа да все, надо дёр давать. Просто побыстрее побежим. А нифига стамина не кончается. Тут то, что мы лимонад выпили, ну, в смысле, накидали. Какое-то время будет высыпать. Вонючий. Это боты? Да. Вся я в жопу. Ладно, эти боты еще падают быстро. Ну их можно не хавать, они еще это... В прошлом сезоне помнишь, какие были? А, эти бронебойные, да, тяжело упадали. О, пойдем 500 метров. Да мы не успеем. А ну, да, ну, в принципе, банки нужны в любом случае. Можно сходить. А может кто-то это начал закрывать на это объем? Нет. Просто. Это я. А, мне показал значок хила. А, нет, я это фанту попил. Не а, фанту это. Надо, все равно показывает значок. А, хил, а мне килл послышалось. Хил, хил, да. Типа, этот, крест медицинский. О, пасыва. Сейчас был. Ивент слева. Че, фиолетовый успеем открыть? Не. А, ну да. Да, да. Успеем фиолетовый. По двум сторонам. Ты, кстати, сейчас по грязи пробежишь. Ты поймешь, что это грязь. Ну я грязь не прокачал сейчас. Не, вообще просто. Ты же прошел, как ее вообще, как она выглядит. А что, она надолго остается на ней? Нет, она какое-то время. В воде она сразу смывается. На тебе на какое-то время. И сканеры вот эти не работают. Ну, типа, если ты покрыт грязью, ты типа замаскирован. Ну, как в охотнике. Ой, в хищнике, типа. В первой части. Когда Арнольд Шварценеггер там. В грязи сидел. Тело. Файтится с кем-то.
Блин, а у меня этот, ты мне не снайперские будто... патроны скинул. Не снайперские? Нет. Я тебе снайперские скинул. Идем, я тебе могу еще скинуть, если поднимешься. Не, я не подумаю, я внизу же. Далековато. Я... Блядь, меня кто-то сбил, сидел. Пиздец, в упоре, у меня в упоре сбил. Упал. Я даже, даже не думал. Все, они не, не дают мне уползти. На плечах чисто добили. Наверху двое. У тебя банки есть? Банк. На. Я... А, у меня... Подожди, 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 спрыгивай. У меня 100%. Я убегаю. Я одного убил. Ну и перезарядка. Вау. Летит на тебя. А, ты видишь, наверное, его. Не на тебя, не на меня. Он на мне. Да, я фул захил. Бля, я не могу. Взял, сбежал от нас. Ну, потому что, типа... У меня 30 хп было. Унижай. Там вторая команда. Так, умер кто-то. С кемпой. Все, он сидит там, прячется. Да кто, блядь, еще сзади какой-то гандон пришел. Просто какой-то гандон. Вообще, кто, кто он, блядь? Вообще, даже не с ними, наверное. Просто увидел замес и решил потусить. А у меня потом на крыде на этот нету больше. На. Нафига раз там наверх поднялся, Мурта? Мы наверху были вдвоем. Меня скинули, короче, на таране. А, не, на таране прилетели? Да. Меня на таране скинули. Бля, как мне спускаться. У тебя же зип рядом был. Да? Слева, да. Слева наверху зип. А, ну это все. Не, вниз. А, тебе вниз? А, тебе карточку забрали. Ты уже не заберешь, наверное. Ну, верно. Бля, тут типы еще ходят. Просто, блядь. Гандоны. Просто гандоны пришли и уничтожили. Не, ну эта катка не считается за катку, правильно? Надо еще. Ну если. Не считается, пока не выиграем. В этом плане. Не, просто, типа, тут вообще все против нас было. Ну, как бы игра просто сама против нас вышла. Так. Но, на удивление, они троем спойки. Он так-то нормально себя поднял, петух. А, ты за ним тоже смотришь? Угу. У меня только один сплойки написан. А, вижу, вижу, все, они все. Как вот этот дробовик, с которого пар с ушей идет, забыл, как называется. Не крушите. Катализатор. Угу. А что, гранатомет-то только с липучками есть и все? Угу. Раньше в этом сезоне, были. Да. Ну, каждый сезон оружие меняется. Даже бывает в сезоне два раза меняется. Помнишь, вот ну, луки сам... были, потом луки исчезли. Потом добавили. Потом опять их добавили, да. На неделе две они исчезли, потом опять их добавили. Потом добавили эти. Давайте сразу определимся, куда лететь. А что тут определяться-то? Мега-сити? Там нет, там это.
Вот сюда можно, кстати. На бочку давай, упасть. Сюда, так сюда. Тут я сейчас покажу, где. Не знаю, я покажу. Бум. Вот тут вроде бочка. На фиолетовой метке бочка. Ну, слёрпаю большую. Там захаваемся. Потом. Там. Там, в принципе, можно залутаться. Да, но чтобы не было никого. Я помню, там задание было, короче, надо было сейф открыть и кассы. А там уже в домике видел, уже всегда сейф и всегда да, касса. Я каждый раз туда просто прыгал, и меня каждый раз челы просто самым первым убивали. 98-й, там 95-й, 99-й. Слушай, тут лутаться же негде. Там есть тут только одна бочка. Как будто. Помнишь, я тебе рассказываю, ну типа, я же не просто всех пригласил. На бочку прыгаешь, летишь. Так тут челы уже. У нас ну, есть, да. Ребят, на бочку надо прыгать, там захаваться, и потом уже челы, не челы. Я рядом с бочкой. То ломайте, а, если ломайте быстрее, я потом не отхилюсь. Просто там сейчас файт уже намечается. Один каленый. Упал. Я одного уронил тоже. Ну, упал, где-то... Нам... А, это... Матвей летит. Ребят, простите, я бочку сломал с собой. Ну, спасибо огромное тебе вообще, замечательно. Просто лучше тебе. Ну, мы за это хайки сегодня будем, тебе рыбки дать. Рыбки? Какой? Да. Пошли его. Карасик. Мы можем тут... Мы без бочки можем залутаться. А у меня вот эти слёрпы есть, или как они там называются, сейчас скажи. Бодрящая бомба есть. На самом деле можно. Ну, у меня золото не подбирается сейчас. Не заметил сейчас. Может так. Да. То есть нечего покупать негде. Вернее, негде покупать, ничего нет. Только чищи, этих да. Нанимать, пацанов. Потом. По мне стреляют. 100. Спасибо. Автомат не взял. У меня уже такой синий. Респектабельный автоматик. Че, в какую сторону двигаемся? Тут, короче, по кустам, по лугам, там эти. Сундуки. Ну что ты? Это рандомных, походу, спавнится. Потому что... Вот я знаю, в этом месте всегда спавнится. Но значит, всегда. Так, чё, может, дальше сюда? Тимурка, догоняй нас, ты чё-то далековато. На машине. А в эту зону? Опа. Не, зона, а этот замок. Нашел этот таранчик. Пиццамобиль. О, таранчик я бы взял. Такое место чего. В этом сезоне тачка получше. Ой, тут этот. Ключи есть у кого-нибудь какие-то? Не. Хотя, кстати, может у меня в керках будет ключ? Нет. Да, кстати, если. Все нижние ярусы, то можно... Так, могу винтовку скинуть, если кому-то надо? Не, не надо. У меня есть автомат с двойным глушителем. Ой, с двойным глушителем.
Нормально. Колесо сломать и все, упадет. Ну, вот тебе надо было? Да не, я посмотрел, что это. А что за подвал? Здесь где-то эти боты появляются. Появлялись. Сейчас тут этот бочки с парочку. Слаб или какой-нибудь там. Слаб. Не, ну не надо. Так, блин, вижу трассера, но не понимаю, откуда стреляют. Слышишь, иди сюда. Тимур, подарки для тебя. Если вот. Быстро придешь. Стреляешь, да? Да. Не-не-не. Тоже по ней стреляю. Сейчас пять там. Дальше бегу. Белая. Упал. Хорош. И где-то слева там он с кем-то воевал. Да-да-да-да. Так, того добил. Как будто видел, но не видел. А вон трассера летят вот за этим холмом как будто. Нет, за деревом. Наблюдаю. Что за тип? А, это Хаби Лейн. Хаби Лейн. Белый. Больно ему. Убил. Вот тут тип. Белый. Убил. Убил. Это тут две команды, да, значит, минимум. Мы троих повалили, и все нокнутые были. Все. Троих? Я двух. Только я заметил сейчас. Его кого-то еще убивали. Ну, еще до этого убивали. Один на холме, один за деревом, один под холмом. Там эти типы сейчас появятся. Где у нас? Тимур, ты один, если че. 140 метров. 140 метров там? Ой, у меня 140. Ну, видите это, да? Значок этой антенны. Да, там пойдем? Залутать банки, короче, и знать зону. Да. Так, плохо было бы в них ворваться. Пока зона еще нам дает. Сейчас за зоны пока. Может прям на них приземляться, короче? Я не достаю. Я сейчас над ними пролечу и прям на них приземлюсь. У меня двух типов просто. Короче, с них банки падают. И вот это. А вот эти золотые, да? Уже золотое одно. Типа. Вам кого-то нужно такое? Золотое. Или синее? Чё-то. Вот банки не сделайте. Нет, такое нет. Так, я, наверное, возьму вот это еще. Вот это ты банку взял, Матвей? Нет. Ну так возьми. Тип-тип-тип-тип. Сзади меня. Убил. Что-то в соло просто пришел с одним дробовиком. Тимур, следующий рассайзим вот, пожалуйста. Просто сзади тебя это как бы достаточно такая. Просто себе. Рустем рядом со мной был, поэтому я сказал сзади. Он знал. Патроны средний калибр нужны кому-нибудь? Мне их много просто. Ну, мне нет, надо, у меня 104 всего. Скинь еще 200 на X, если блять, что. Блять, не туда. Наводишься на них, нажимаешь и на X. Блять. На X два раза вот нажать. Ну все хорошо. 344 у меня теперь. Спасибо. У меня просто каждый перк, каждый ящичек, у меня эти патрончики дропаются. А, ты перк выиграл. Неплохо, неплохо, кстати. Вот так в команде вообще можно, да? Распределить, кто какие перки берет и... Как мы раньше с Рустем делали. Он брал там, типа, который зону открывает, там я другие брал. Блин, вот этот перк вообще был волшебный, конечно. У кого-нибудь есть большие баночки в инвентаре? Да, у меня. Стакнуть? Да, я бы третью взял. Спасибо. Так, гранатомет, если кому-то надо. Липучий добавил, мне не понравился. Была прокетница какая-нибудь. Гранатомет это такая классика, когда ты просто себе, блин. С них этот урон нафигачил. Я сколько раз себе нафигачил. А, вот это тоже средний калибр. Потому что мне больше нечего брать, я уже сколько.
Радость подъезжает. Зона пешечком потахаем потихоньку. Вон трассера летает с W на N. Что-то вообще в другую зону идёт. Тимур, ты один далеко. Я знаю, мне просто зона короткая, вот сюда показ. Я поэтому по зоне иду. У вас, наверное, там короче. А у тебя, Тимур, тоже компас на английском раскладке? Нет. Север-запад, север-запад. Всё, да, я понял. А у тебя? Нет, нет. Я чё, один американец получается? Получается. Так у тебя, наверное, язык такой выбран, нет? О, смотри, да лама где. Дурында. Убьём? Конечно. Ну, блин. Патрончики нам всегда нужны, я хочу. Вон, стакни еще банку. Не, у меня только три помещается. В смысле, вообще у всех три помещается. То есть маленьких, три больших. Еще лама, что ли, вон, или что это? Ой, что это такое непонятное что-то? Ну, мы еще, если мы еще вот это откроем, у нас будет вообще по четыре банки у каждого. Но тут такая зона, что частенько тут народ тусит. О, я вижу. Вижу типов. Один бежит, но не знаю, воевать, не воевать. Я в спину две турельки поставил. А одна. Блин, я тоже вижу. Спину смотря. Вторую кидаешь, а вторая, типа, первая. Ну, я понял, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, 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 нет. Повезло. Повезло то, что я на грипп упал чисто случайно. Да. О, по 4 банки будет просто жир. Мы короче, перед файтом можем просто запиваться и врываться. Они что, автоматически не подбираются? Нет. Они 4. В смысле, по 4 банки? Нет. Ребят, к нам типы подошли. Я запиваю метку. Одну банку и сразу начинаю файситься. Нет. Север. Я не могу метку, я убежал от него. Все, теперь могу. Убил. Я просто очканул, там еще летели. Еще, 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 еще. У меня все слоты заняты. Трансформер, да? Трансформер упал. Нормально дал. Вот здесь на хубышке. Не очкуй. Не очкуй. Не очкуй. Так вот. Наверху, наверху есть. Я не достану до него. Я троих уработал. А все, они кончились. Надо пойти банку взять, мне просто один слот под банки только. Ну, выкинь что-нибудь. Не хочу, мне все нравится. Не, банки это прям, это жестко. Сбиваешься и просто файтишься. Тебе как бы наносит урон и сразу хилит. Понял? Нормальная тема. Так, ну вам. Тут автомат с дальним магазином такой, есть. Да, вот тоже такой есть. У меня теперь с теплаком слот, есть слота. А, наверное, возьму пока вот это. Тимур, догоняй. Не-не-не, это пойду. Мне какие-то надо хилы взять. Тимур. Я иду, у меня есть таранчик. Немножко не туда иду, да? Есть таранчик, но нет мозгов. Ты на стриме? Да. С навигацией. Не очень хреново. Так, что? 22 человека, 9 команд. Что-то я в глазок пока никого не вижу. Сундук. Так.
Ай, как так промазал вообще? Это по камуфляжу? Да, по, мимо подушки прыгал. Надо, кстати, на это... 20-30 секунд. Вам уже будет больно бить. Ну, вот это машина. Найс, я в дерево врезался. Бочку не взорвали. Машина есть? Машина была, мы пробежали с того. Она по правому боку была. Ну смысла возвращаться уже нет? Не-не-не. Бежать. Да уже пешком дойдем. Не брать квест на убийство? На самом деле этот квест нас тоже палит. В конце уже. Все, убрал. Да, лучше не надо. Потому что мы будем приближаться, и они будут знать, короче, что мы приближаемся. То есть... Машину вижу. Ну, мы тут добежали, наверное. Information. Бля, кто-то пуляет в меня. У тебя? У тебя? Да. А, я вижу где. На... Бля, не могу сказать, я убегаю. На... 15, на 10, на 10. 30. На кулаке подлетает. Я в полете сейчас снимаю. Белый упал. Еще один туда же летит. Не туда же, налево. Ай, зона, зона, зона. Да, бежим в зону, ребята. Сразу зона? Следующий зон? Да. Сейчас зону видишь? Время между зонами укоротилось. Так, ну я на кулаке стартую вперед. Возможно, тут типы на доме, потому что тут файт был. Так, перезаряжающее орудие. Так, я пока спину. Переплыла на пляже. Пофиг, нам в зону надо. Блять, это боты, ёпта. Это боты, да. Ребят, у меня тип. Близко, бегу к тебе. Уронил. Залетелся. Уронил его. Но его друзья внизу. На 138. О, прям в упор упал. Белый, я его ебанул нормально. Все, я его дозил. Я ему со снайперки бахнул. Забрал ключ. А вот ключа такого смысла нет, да? Надо заранее выбивать. Под конец уже, да. Как бы, если мы сейчас найдем что-нибудь. А ну. Сейчас нет есть? Уже. Я, да, уже нет. Там подальше что-то. Только есть. Установим по себе хп немножко. Так, надо на эту горку подняться. Там есть возможность? Да. Сзади как будто на кулаке. Там сзади на кулаке прыгнули, где-то здесь будет, наверное. Тоже кулак называют. А вон летит. Или я тебя заставляю так называть. Нет, это не в зоне. Ну ты сказал, кулак я запомнил. Да. 9 человек, 4 команды. Блин, зону в таком выручем месте, конечно. Ой, там открыто такое пространство еще. Можем. Одни сверху, короче, а одни так, снизу. Можем похавать кого-нибудь. Да, нижних дохавать и с верхними потом файтиться. Они на пляже где-то? Плывет он. Убил одного нижнего. Ага, увидел. На зипе двое. Поднялись. Нет. Одному очень больно, за камнем. Второму да. Неприятно. Так, я ломаю камень. Один упал. Патроны. Убил. Хорош. У нас остался один чел. Одиночка. Можем три короны у них схавать. Я взял корону. А где? Как где? Взять? Чё, да, на компасе у тебя. Ну дадут тебе смайл, короче, с короной. Вот внизу так, корона. У меня вроде есть. Да вот пофиг. Внизу корона лежала. Да посрать. И когда выиграешь, королевская победа будет, ну, такая, типа... Опа, в доме, он в доме.
всякий случай. Он, походу, с ботами воюет. Да, он, да, внизу, он где-то здесь. Внизу на этом. На том, он с ботами дерется, типа? Да. Там внизу, короче, можно залутать хранилище, а внизу. И там, ну, типа, ботов он убивает. Так, а спуск вниз? Вот здесь. Нашел, да? Вроде я тоже нашел. У меня где-то топает. То ли под нами, то ли где он. Да под нами, наверное. Я прям у входа в хранилище. Да пошли, не тормози. А вот. Это что за турель? Она сейчас будет все стрелять, если он тебя увидит. Вот он. Да пошли в атаку, что ты. Да? Тогда. Да. Все. Чужая королевская победа! Я ж сказал, надо будет этот каточку еще продолжить. Ой, Томик хороший. О, а это что, слышишь? Возьми, Томик. Что за бульдог? Все, ребят, спасибо за игру. Ну, спасибо, я тоже пойду фифу покатаю, наверное. Ладно, давай, до послезавтра. Давай, до послезавтра. Или до завтра там. Если завтра я буду играть, если хочешь, залетай. Ну, если что, зови. Не, ну если хочешь, залетай, я звать никого не намерен. Ладно, ну, ты скажешь, вот напрашивается со мной играть. Нет, чего. Я просто такая личность, со мной все напрашиваются играть. Я не виноват, что я такой сексуальный, я молодой человек. Че, ты пойдешь перед зеркалом дрочить? Да, сейчас сначала клипы наделаю, залью на этот YouTube Shorts и в TikTok, а потом дрочить. А мне кажется, он тебя больше не слышит, он вышел уже. Ой, я слышал. Ладно. Мне просто был в момент загрузки, я не слышал, наверное. Я говорю, теперь понял, почему ты говорил про ростовое зеркало. И почему я закрывался тот раз, понял? Теперь все сложил, да? 1+1. Ну ладно, что, на связи тогда. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Хорошего вечера, хороших дней. А что за бред? Я вроде игру уже закрыл, а меня до сих пор вас слышу. Все, пока-пока. Ну что ж, ребят, всем удачи, всем всего хорошего, до свидания. С вами был Джейсон Горн. Увидимся на Ютубе, в ТикТоке и на Твиче завтра. Все, пока-пока.